Всем привет, ребята! Салют, друзья! С вами Сергей Интересный. Я Фикус. И в сегодняшнем выпуске Интересненько мы вам покажем ванну с парусом, на которой мы будем плыть. Да, вы уже видели видео про ванну, но это совсем другое видео, потому что здесь совсем другая система. Мы не будем грести веслами, а будем просто идти под парусом. Ну, как бы, как всегда, наивно, потому что... Мы надеемся, потому что мы, опять же, не знаем, получится у нас, не получится. Но я скажу одно, на изготовление этой конструкции я потратил 2 суток. Наше сегодняшнее как плавательное средство. Значит, это парус. Короче, все это закреплено вот такой большой конструкцией. Цельной, потому что может, когда большой ветер, может там потянуть. Так же само мы подцепили бутылочки 20-литровые, как буйки. Вот, есть у нас стабилизаторы какие-то. Я не знаю, для чего это, честно говоря, но я видел, как делают на резиновых лодках такие конструкции парусные. И у всех есть вот такие штуки. Я не знаю, что это. Ну и, конечно же, есть у нас на нашей конструкции вот такая вещица. Вот, это для управления. Просто, когда я буду плыть, буду вправо, влево. Вот мы взяли вот таких вот 9 частей. Она состоит вот из таких черных 3 ящиков и всяких бутылок, баклажек и канистр. Вот. И сейчас мы их будем соединять в одну цельную конструкцию, на которой я буду плыть. А также, друзья, мы прицепили сюда санки, которые мы нашли в наших предыдущих видео, для того, чтобы мне было более комфортно передвигаться по воде. Спускаем на воду. Собака так стрёмно и странно лает. Если честно, друзья, мне немножко стрёмно. Ну как немножко, совсем стрёмно. Ветерок, я вижу скаймол, вот я вижу скаймол, вот там. У-ху! Далее у нас, короче, тут типа бар, да? Фанта. А у тебя как там, Витька? У меня есть вообще красиво. Лежу такой, солнышко светит, водичка блестит. Я такой лежу на расслабоне, просто кальяна еще не хватает и все. И так качает, приятно, хоть бери, да ложись спать. Короче, абуза, конечно, потому что плывет за счет меня. У меня тоже весло есть, смотри. Какое там весло, одно слово. Какое умиротворение, спокойствие, душевное, физическое, волны качают. Ну, ветра нет, но для нас это сейчас минус, потому что мы не плывем из-за этого. Любые друзья, мы находимся на приватной вечерке популярных ютуб-блогеров на воде. Thank you.
А я плыву в човні. І так спокійно мені. Если какие-то гонки проходят на каяках между этими штуками. Ребяточки, о, Фанта. Фанта на родину. Вон, видишь, вода, я же говорил. Где? Вон, в той бутылке, в той. Друзья, как вы думаете, где мы взяли столько бутылок? Там, где бомжи зарабатывают деньги. А видели что-то подобное? Нет. Нет. Человек, который плывет в ванне с бутылочками, это шок. Интересно. Вот видите, интересно, и Сергей интересный. Ты обуза. Я без него, наверное, кайфовал просто бы. Что? Да фоткай, фоткай. Короче, мы походу причаливаем. Что тут за движуха, Витя? Ты тут что, цирки устраиваешь людям? Витя, тебе деньги дают? Ты еще вот тоже грабли, так и нам тут все расчистить. Весло нормально. На лодке. Ох и циркась. А Витя... Витю заказали на корпоратив. Какие веревку. Какую веревку? Выплывай. Что выплывать? Ты видишь, что там говорится? Фикус на корпоративах. Свадьбах недорого. Сука, дай веревку. Не дал. Они уже ставки делают. 20% нам. И только мы не познаем мечты. Ветер неси, море веди, мой поводырь. И только сейчас не мешает идти. Ветер неси, море веди, мой поводырь. Только мы не познаем мечты. Ветер неси, море веди, мой поводырь. И только сейчас не мешает идти. Ветер неси, море веди, мой поводырь. Just